Калининский экскаваторный завод. Без его продукции не обойтись ни одной стройки. Такие машины нужны, современные, сделанные на совесть. О рабочей ответственности и о долге, о рабочей чести. Такой разговор начали после съездовские дни коммунисты завода. Разговор, нашедший отклик во многих трудовых коллективах страны. Говорит бригадир, делегат 27-го съезда партии Иван Иванович Залетов. Должен сказать, что повторится, что вся перестройка должна именно начинаться с нас, коммунистов. Каждый на своем рабочем месте. В выполнении общественных обязанностей и поручений, в дисциплине, должен показывать личный пример. И это, конечно, как раз будет способствовать тому, что будет повышаться деловитость, боевитость партийных групп, партийных организаций. В целом будет, так сказать, расти авторитет вот нашего 19-миллионного коллектива коммунистов страны. Перестройка. Она идет сейчас по всей стране. И прежде всего требуется перестройка сознания. А это зависит от нашей совести, от нашего отношения к порученному делу и делу общему.